Впервые в нашем городе прошла дискотека на льду. Для видновчан это было в новинку. Красочное представление пришли посмотреть десятки людей. О впечатлениях этого вечера в репортаже Юлии Погосьян. Необычным способом отметили Масленицу в Ледовом дворце «Арктика». Поздравить всех присутствующих с праздником вышел на лед президент комплекса Дудко Сергей Валентинович. В своем обращении он выразил огромную благодарность всем тем, кто пришел на мероприятие. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости, жители нашего славного города! Я хочу от имени спортивного клуба «Арктика», во-первых, вас всех поздравить с наступившим праздником Масленицы, пожелать вам всего самого доброго, самое главное, хорошего настроения, крепкого здоровья, спортивного, такого, я бы сказал, счастья, и пригласить вас в наш клуб. Посетил ледовое шоу и мэр города Видное Троицкий Сергей Николаевич. И вместе со всеми радовался увиденному. Думаю, что те, кто сегодня пришел посмотреть это представление и поучаствовать в дискотеке, останутся очень довольны. Для меня, по крайней мере, это произвело очень большое и хорошее впечатление. Свое мастерство показали фигуристы балета на льду «Пингвины», неоднократные призеры Москвы и Московской области. Красочные костюмы и артистичность исполнителей не оставили равнодушными ни одного зрителя. И даже когда произошла техническая неполадка и перестала играть музыка во время выступления, девочки не растерялись и откатали номер до конца. Зал аплодировал стоя. Я очень рада, что зрители так восприняли наше выступление. Просто вот мурашки по коже. Вот насколько они, особенно когда была выключена музыка, а дети продолжали кататься, это вот трогательно, как когда-то Ирина Роднина. Мы единая команда, и мы можем все сделать даже без музыки. Главное смотреть на друг друга и подстраиваться под друг друга. Один за всех и все за одного! После шоу началась дискотека на льду. Продолжая веселиться, горожане играли в конкурсы и ждали розыгрыша лотереи, главным призом которой была годовая клубная карта в фитнес-центр Ледового дворца «Арктика». Одним из призеров стал Владислав. Он выиграл абонемент на массовое катание. Я очень рад, что в Видном появилась такая возможность культурного досуга. Мне очень нравится. Мы провожаем зиму, встречаем весну, и от того, как мы повеселимся, она и придет. Каждый из членов коллектива «Арктика» вложил много усилий, чтобы праздник удался. И у них это получилось. Гости остались довольны. Это первое мероприятие в истории этого города. Пускай коллектив этого дворца спорта и дальше продолжает такие ледовые феерии. Благодаря Ледовому дворцу «Арктика» мы замечательно встретили весну и отметили Масленицу. Юлия Погосьян и Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.